Возможно, вас посещал вопрос, какая же самая зверская винтовка в Таркове. Может и нет, но меня посещал. И проведя ряд исследований, я готов представить вам это. Это обрез винтовки Мосина с кальматорным прицелом, чтобы бить ровно между глаз. С мегатактической синей изолентой, чтобы больше было сцепления с рукой стрелка, для того, чтобы винтовка не улетела у вас при выстреле. Также понадобится два лазера, то есть фонарика, чтобы одновременно слепить и светить двумя лазерами сразу в два глаза противнику. А теперь вы, наверное, спросите Шайтаныч, как же она убивает? И хорошо, что вы спросили, потому что я готов вам показать. А он тут уже по ящикам шарится. Все? Да, всыпел. Убил крысу. В большом зале. Пытаюсь. Кстати, если лагает, еще попробуй все-таки его. Шайтаныч советовал удалить Тарков. Нет, альт-интер. Там внутри. Возможно, рейдеры, кстати. Боссы. У меня кто-то наверху. На крыше? Не знаю, слышу, слышу верхние звуки. Я на первом здании.
Боты пушат здание с этими с тетрисами, которые мы до этого чекали. Вы где? Ну, там. Ты на крыше здания? Я на первом. Я на крышу поднимаюсь. Здесь что-то есть, возможно. На первом сижу, парадно смотрю. Здесь трупы. Минус ЧВК. Поднимаюсь. На крыше кто? Враг на крыше. Может убил, не знаю. Да, убил. Тебя убили? Меня убили. Этаж? То ли третий, то ли четвертый, не понял. Просто по комнатам, да? Он в коридоре тут. Кто это, посмотри, челобот, ЧВК, бот. ЧВК, что был? А какая сторона? Ближе к кнопке или ближе туда, к собору? Вот где мы зашли, в здание, вот в это, ближе, с этой стороны, по лестнице. А, слышу, он там это, шеркнул. Я поднимаюсь по лестнице. Он сидит. А, с лестницы, которая ближе к кнопке, Вейкер. Да я на ней прям. Блять! Нифига себе ты на ней, я убил его. Ну, он тоже здесь был, как выяснилось. И он как раз влетает тут на меня, блин. Я по боту, бот минус. Что? Здесь кераса есть, кстати. Скинул тебя на землю. О, это еще две пушки. Втором уже. Меня пушат. По лестнице зашел в правую комнату. Я с улицы, с главного. Их подпушиваю. Ага, вправо убежал один. Вейкер, прыгни. Я на первом. Да-да-да. Ждите, ожидайте. Меня. Теперь в левой комнате. Убил. Все, минус двое смысленки, как бы. Такие дела. А в комнате ты был, да? Да, там вообще ничего нет в этот раз. Я на первом сейчас чекну. Внутри, внутри хилится. Прямо вот этот внутри хилится. Бел. Ты бежишь? Я бегу. А кто еще внутри? Ты? Я уже внутри. Я захожу внутрь. 60-й. Нормально. Он чувака 25-го убил. Спрятался, блин. Убил его. Ага, салутанный. Давай сюда свои пожитки. Кашник еще один.
Блин, как не видишь. Блин. Мосинка такое зло просто. Помнишь, где мы от тебя убивали примерно у забора? Где многоэтажки? Угу. Вот тут выход есть еще за дикого. Прямо у забора встаешь и все. Слышу, вижу. Это челоботы, кажется. Убегают они. Ты пешится, блин, как ненормальный. Один готов в упоре. Да, мне еда нужна. Я по низу справа вошел. Так, где это еда? Срочно проверить еду. Шайтан, еда есть? Да, есть. Да, пожалуйста, меня. Всё, ко мне наверх поднимаются. Минус один. Минус второй. Молодец. Но это не они. Другие. Пришел в другую сторону. Я спускаюсь вниз. БТР, БТР. Двое. Двое, или один? Двое. Одного убил. По мне бот работает. Ты Вехер живой? Не-не, убил первый меня. Он заменялся. Ты левее или правее? Убил второго. Я на холме. Это они прям лежали под БТРом. Так, это у нас кто? The Valley, вот он. А ну, ты СКС-ка и АК-74 МакПол. Ваша? Сумка в сумке. ТХ-15, АШ-12. Это ваша? АШ-12 мой. Так, понял. Я, да, я сейчас броник тут свой спрячу. Я трофейный заберу. Наверное, да, все-таки с Рсаской попробую побегать. Шайтан, ты меня забрал или ты меня раскидал? Шайтан, на другую сторону лезть пойду. Я вот так. По мне! Откуда? С крыши! Есть, есть на крыше есть, который справа от вертушки. Бронеразгрузка. Живот не защищает. Он в доме поднимает крышку. Убил. Пойдем, Вейкер. Так, вот это 5 уровня. Посмотри ту лестницу дальнюю. Погоди, погоди, погоди. Да не, я этому Вейкеру. Он тебе с мосинки засадил. Ну этот понятно, а тот что-то скорострельное. Я до этого туда стрелял. А, да, тут здесь лежит чел на туре. Да лутанный? 35-й, убит мэтс СВД. А, все, значит я его шотнул. Все, да, ништяк. Убил одного. Еще есть. Убегает на заправку. Я... Преследую. Попал, 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 убил. Убил? Нет, он его убил. Считай, что убил его. Понял. Такая... Токи из двери лежат. В смысле? А, нихера. Я, кстати, в стену попал. В стене дырка. Так вот, я тебе говорю. Я убил, как ты его убил. Едрить. Нормально. Сейчас был прострел, походу. Челоботики это. Угу. С ППшкой. Я весь красный. Он между плитами, где ящик с оружием. Хит.
Бля, по мне еще какой-то снайперский глушитель, блин, летит. Дал ему, сильно дал. Он хромает. Еще раз дал ему. Упал, упал. Все, сдох, да. По мне какой-то глушак ветер летел. Скорее всего, с той стороны, за железкой. Да, да. Три, значит. А, не, еще два. Чел в генке и в фастеме против моей мега мосинки. С кем он там хватится, да? Я посмотрю. Конечно. Вижу его. Минус. Он хоть на перекресток смотрел направо по дороге. Уже пробежал дорогу, то есть. Направо? Направо, ага. Он попробует снять. Убил. Двадцать шестой. О, с тепловизором. Да и все. Чувак стоит на лестнице. Перед третьим этажом. Справа, слева. Убил, блядь. Хорош. По-моему, алтын там, ну что-то каска этого мощная была. Че, поднимай справа туда? Погоди, погоди. А кто-то по зеленке что ли еще шарится? Да, вот это с пистолетом. Три у них там война. Урод! Ну все, хана ему! Там какой-то пистолетчик еще. Вижу его. Убил. Ты внутри, да? Нет, я не внутри, я на улице. Ты по железным, да, поднимаешься? Да, бежит сюда. Он бегает кто-то. Я думал, ты слишком троллишь. Убил он меня вообще. Он тебя убил? Нет, я его убил. На лестнице прям. О, тут у них замесы были, выкер, капец. Тих, я на лестнице быстро лутаю. Давай. О, тут разгрузка какая-то здоровая. ГПшная? Пояс. Да, ГПшная. Она огромная. Ты какого? Ну, это механик там, оружие все это. А, собирать? Или наоборот убежал? Да, он на выходе выходит, ЧВКшник. Стрелять с мосинки так же, как и шейтан. Это мосинка, мое новогоднее. Это мега оружие. Это мое новогоднее пожелание.
Надо же в Новый год загадывать всякие разные. Я хочу уметь стрелять снайпер. Снайпером. Тогда мое новогоднее желание будет, чтобы ты не умела стрелять, как я. Слышь?